До 2024 года для школьников будут организовывать мероприятия в сфере науки и технологий. Их проведут в детских технопарках «Кванториум», центрах образования детей IT-Куб, центрах дополнительного образования и региональных центрах развития талантов. Там школьники смогут попробовать свои силы в научно-техническом творчестве. Ребята примут участие в научных чтениях, разработают свои проекты с учетом экономических запросов и посетят предприятия и организации. Кроме того, планируется ввести новые образовательные программы — кибербезопасность, квантовые, финансовые и аэрокосмические технологии и другие. В новых проектах затронут темы освоения Арктики и Мирового океана и экологичные ресурсы, сберегающие энергетики. Программы разработают в том числе для дошкольников и учащихся начальных классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря участию в таких мероприятиях ребята смогут сформировать научные интересы, что поможет им в выборе будущей профессии.